вещи. Роджер Эйлс сменил кабельные новости и вывел Фокс в лидеры. Давай общий план! Я хочу видеть ее ноги! Озабоченный, скорее амбициозный. Мы визуальные СМИ. Поднимите платье. Марго Робби. Тебе никто не поверит. Шарлиз Терон. Случалось ли то же самое Фокс с другими женщинами? Николь Кидман. Будь осторожней, задавая вопросы о Роджере Эйлсе. Мы услышим голоса женщин. Скандал. На канале премиального «Суперкино».